Всем привет! С вами Женя и база любой кухни – микроволновая печь. Отказаться от нее практически нельзя, но согласитесь, хочется время от времени актуализировать дизайн и технологии, поменять устаревшую модель на новую. На примере новинки от японского бренда Toshiba разберем, на что стоит обратить внимание при выборе микроволновой печи. Начнем с объема камеры. Чем больше, тем лучше. У нашей модели 21 литр. Очень удобно для разогрева и приготовления еды. Внутри у камеры керамическое покрытие, поверхность легко моется и надежна в эксплуатации. А фактурность покрытия способствует правильному распределению микроволн. Нагрев и разморозка всегда равномерные, а готовку на автопрограммах можно описать так. Точь-в-точь, как на картинке. Всего в автоменю 12 программ, и это явное преимущество новых моделей микроволновок, когда СВЧ-печь используется уже как полноценный кухонный мини-шкаф, в котором можно приготовить и пиццу, и лазанью, и мясо, и многое другое. Мощность микроволн регулируется от 100 до 800 Вт. Это отличный показатель как для разморозки, так и для приготовления полноценных блюд. У камеры есть LED-подсветка, внутреннее освещение позволяет следить за процессом приготовления, а еще выступает в роли индикатора завершения работы. Классная фишка – автоориентация поворотного стола. Это когда тарелка или форма при выключении печи всегда поворачивается ровно так, как вы ее поставили. Так что доставать блюда из печи всегда удобно. При завершении сеанса прозвучит специальный сигнал. Информация о настройке программы, времени разогрева или разморозки отобразится на LED-дисплее. А теперь поговорим о дизайне модели. Микроволновую печь Toshiba не спутаешь с другими. Дизайн прибора разработан в итальянском центре Midea. Закругленные углы, плавные линии, комбинирование черного и стального. Ножки противоскользящие, поэтому печи не страшны никакие поверхности, даже самые скользкие кухонные столешницы. Скажем так, выглядит эффектно. Наверное, такой и должна быть современная бытовая техника. Как заявляет производитель, прослужит такая микроволновка до 7 лет. А бонус при покупке – 1 год гарантии. Ну что, удачных вам покупок. Пока!